Тамбове очень хорошая организация, великолепный зал. 530-540 участников с 57 регионов, 135 городов. Организация великолепная, впервые в истории ветеранского движения такие условия для проведения. Все эти люди преданные настольному теннису, и в каждом уголке нашей страны, в деревнях, селах, несут здоровый образ жизни и пропагандируют вид спорта. Но многие из них работают тренерами, педагогами, всегда занимаются с детьми. На будущий год мы проведем совместный турнир здесь же с участием детьми. Мемориал Сергея Давидовича Шпраха, это заслуженный тренер СССР. И ведь чемпионат России среди ветеранов. Я считаю, что это лучший вид спорта для вообще для занятий. То есть это быстрота реакции, быстрота принятия решений. Помогает хорошо водить машину, не уставать там, где надо, вести правильно переговоры. Много факторов, и это очень-очень важно. Очень. Для меня это весь пласт моей жизни, начиная с детских лет и заканчивая сегодняшним днем. Это и образ жизни, и как бы склад. Это бросить нельзя.